Искажение истории, разжигание межнациональной розни и даже пропаганда терроризма. Все это угрожает сегодняшним школьникам. Как помочь подросткам разобраться в море подобной информации? Преподавателям школ и вузов региона рассказали ветераны спецслужб Патриотического центра «Вымпел». Они приехали в Мирный по приглашению Комитета молодежи района, чтобы помочь местному военно-патриотическому движению в теоретической работе. Соединенные Штаты уже давно преподают то, что ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки нанесли мы. То есть то же самое преподается уже в школах Японии. И то же самое в этом году преподается в школах на Украине. То есть это официально записано в учебниках истории украинских. Поэтому мы с вами должны понимать, что цель данного включения – обосновать превентивное применение ядерного оружия по нашей территории. Семинар ведут действующие сотрудники силовых ведомств. Педагоги представили специальную образовательную программу для подростков. В основе – методики подготовки бойцов спецназа. Главная цель – обучить программе преподавателей, работающими напрямую с ребятами. Перед центром ставится задача уже проведения семинаров, подготовки инструкторского преподавательского состава, чтобы увеличить количество лагерей, экспедиций по России. Наша работа, которая нашим центром проводится, коллектив небольшой, и где-то в год мы проводим до 20 лагерей. Это мизер, совсем мизер для России. Сегодня в центре «Вымпел» ребят готовят и физически, и морально. По словам преподавателей центра, молодежь должна уметь не только владеть оружием, но и думать грамотно и рационально. Свою помощь в воспитании подростков «Вымпел» предлагает регионам. ВПЦ «Вымпел» так или иначе старается в первую очередь не навязывать себя, не навязывать, так сказать, свое содержание. Речь идет о сотрудничестве. То есть это не филиалы, это не представительство «Вымпела», а те желающие, субъекты, организации, которые хотят перенять опыт «Вымпела» и работать по методике «Вымпела». Навязывать себя никому не пришлось. Районный комитет молодежи принял предложение центра «Вымпел» о сотрудничестве. Документ подписал и директор МРТК Владимир Березовой. Для колледжа это станет новой ступенью в развитии военно-патриотической подготовки студентов. В деле ребята из Мирного проверят уже скоро. Первый студенческий десант из региона отправится в подготовительный лагерь центра «Вымпел» в Волгограде уже в начале января. Договоренность об этом уже достигнута. Роман Муконин, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».